Вот такой вид из окна. Здесь оказалось не отель, а целая квартира. Заселился я один. Город Болонья. Двухместная кровать. Моя сумочка. Надписью «Казахстан», 21 номер. Такие шкафчики. Здесь можно команду целую поселить. Так, здесь сушилка. Здесь что посмотрим. Так, ну, ясно. Здесь закрыто. Доступа нет. Доступа нет. Еще какая-то комнатка. Здесь многоквартирная. Так, многокомнатная, вернее. Так, здесь кухонка. Холодильник. Интересно посмотреть. Когда туда ничего не ложил еще, да? Ну, хоть что-то есть. Так, морозильник. А здесь еще шушарка. Так, балкончики. Так, выходим на балкон. Бардачок, конечно. Вот такая вот ночная Болонья пока. И сейчас пойдем изучать сегодня ночную, завтра дневную Болонью.